Московская «Динамо» заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал Кубка России по хоккею с мячом. В стыковых матчах за определение победителя первой группы чемпиона России провели две игры против красногорского «Зоркого». Первую встречу подмосковные хоккеисты выиграли 5-1, а в ответные со счетом 6-3 победили «Динамовцы», выставившие, в отличие от первой игры, оптимальный состав. Три мяча в составе бело-голубых забил Сергей Обухов. За выход в полуфинал 8 ноября «Динамо» поборется с хабаровским «СКА-нефтяником».